совершенно это неприемлемо и странно, и чуждо, и еретически, как же их не сжечь или там львами не затравить. Богу угодно сделать это. Грех не затравить. Ну, по-христиански это почти как грех должен быть наказан. Да? Расплата за грех, смерть. А с их точки зрения, грех это все, чем христианство занималось. Вы буквально были сегодня, были вчера эти слова. Когда... А, это Орляк, по-моему, писал, что они не нашли в нем никакой вины. Да. Но когда спросили, ты сын, они не называли же Бога, ты сын. Божий. Благословенного. Они сказали, вот вина, все, надо убить. А, нашли. Ну, по иудейским верованиям, насколько я их читал, он правду сказал. Это грех. То есть нельзя себе вот. Как бы, короче, Иисус по иудейским представлениям не имел полномочий для того, что он говорил и делал. То есть он нарушил законы по всем иудейским правилам, он был законным образом казнен. Свои собственные. То есть иудеям, как бы по их внутренней логике, вообще не за что себя критиковать, они все сделали правильно. Поэтому они до сих пор и христиан тоже как-то с буквой закон. Не понимаю. А, ну да, да, да. Все было соблюдено. Ой! Вот сейчас я так и думала, что, видишь, сразу. Человек, который скажет, я Господень, падет. И потом они объясняют, почему он падет. Фу, пипец. Ну, типа гордыня, ну, это же так своими словами. Mm-hmm. Но он вообще там себя сыном Бога объявил. Еще и их это ожиданием на Мессию не собирался соответствовать. Если бы он там принес им царство, там, да, выгнал бы римлян, они бы, может, его стали слушать. А так? Так не стали. Или если бы какие-то их там первосвященники сказали, вот да, там человек Божий, там все, там он Бога, дали бы ему полномочия. Это все равно, что у нас вот шаман, да, пошел там Путина там типа свергать, да, и что, и так и не дошел. Ну там как-то, может быть, такие слухи ходят, что он специально такую движуху поднял. Что, в общем, хоть он и не дошел, то ну, все равно что-то он там сделал в тонком мире. Ну, да, но кто это там проверит, что он там сделал? Это похоже все на журналистские просто истории придуманные. Ну, они, были какие-то факты, вероятно, они вокруг этого целые истории. Это вообще такое реалити-шоу, а он актер на самом деле. Может, это вообще не очень здоровый психический человек был, например, да, или такой начинающий шаман, которому там какой-то уже крутой шамал дал, как упражнение, сходи там, развлекись там, повиси на... Вы выглядите как начинающий шаман, вам надо около костра поскакать так вот, и мумба-юмба. Так, жалко, бубна нет, от блин. Нужен бубен, товарищи, бубен. Ну, шаман, как бы, за это шаманские танцы с бубном. Обретает после такой болезни обычно. Вот, да, что-то такое я читал, что вроде как оно и начинается против воли человека. А это вы про что? Шаманов, как они ими становятся. А, как ими становятся? А ими не рождаются случайно? Курсы шаманские. Нет, ну, шаманские курсы. Породы, но не рождаются шаманами, нет. А, да, закончила курс экстрасенсов. И вот у меня диплом, говорит, экстрасенсов. У меня тетя Лида. Ой, она какие курсы такой не закончила? Так я ее послушаю, у нее висел этот шаман, экстрасенсов диплом. Я такая прикалывалась. Ну, я говорю, как, что, читаете мысли? Она говорит, конечно, конечно. Я говорю, да. Твои читал? Да ничего, это не фигня, это полнейшая, это ерунда. Мне смешно даже было. Это выколачивание денег, как это, знаешь, это... Облапошивание птенцов называется. Обогрели, обобрали. Так да, это как бы, это вот... по моему зловещему мнению, все эти нумерологии, хирологии, хиромантия и все вот эти экстрасенсорика, это означает выколачивание денег из населения, ну, болтологию продал за деньги, называют. Это честный способ отхемодения. Да, честный способ, как вот этот Остап Бендер. Я вам расскажу, а вы мне денег дайте. Я, говорит, вам красивое расскажу и, в общем, много буду говорить, и вы за мне за это заплатите. Ну, некоторые христиане, например, там, как христианские курсы по ведению бизнеса ведут там. Нет, ну так бизнес, и, это бизнес. Там Васильчук, там Ривер, там всякие. Ну пусть ведут, пусть ведут. Ну, есть христианские вот эти теории преуспевания. Да. Они, кстати, протестантизм же развитые, там, пуритан, может быть. То есть некоторые, например, протестантизм, они очень любят там такие штуки. Хочу подсунуть. Сейчас ведь будет вонять. Да не, не будет. Она почти из бумаги. Ну там же все равно. Ну там только крышка. Чего нормально? Ой, сейчас она раздуется. А, она сейчас взорвется, я боюсь. Слушай, она сейчас взорвется. Прикольно. Так сейчас мы не сможем. Вы зачем это пока делаете? Это я подложила. Она взорвется? Ну, давайте отойдем. Убрать, пока не поздно. Проткни.
Надумать? Или ты хочешь на этом сосед? Да нет, это было спонтанное действие. Я не специально. Слушай, она надулась, реально. Я думала, сейчас как бомбанет. Пронесло все, у другого наоборот запутывается. Отлично, оптимистичный прогноз.